Городской округ Химки – это прежде всего его люди. Сильные, смелые, способные решать даже самые сложные задачи. Благодаря их труду и упорству город по праву занимает лидирующие позиции в рейтинге муниципалитетов Подмосковья. В этом году Химки на почетном 3-м месте. Глава Дмитрий Волошин уверен, это общая победа. Мы подумали, что, наверное, будет правильно сегодня эту награду отдать в зал, чтобы ее каждый мог взять в руки. Сфотографироваться или просто посмотреть, как она выглядит. А пока мраморная статуэтка путешествует по зрительному залу, время подвести итоги и наградить тех, без кого этой победы не было бы. Почетные награды с благодарностью от главы городского округа получили сотрудники спортивных и промышленных предприятий, в их числе начальник научно-испытательного комплекса НПО «Энергомаш» Андрей Ушков. Конечно, не скрою, очень приятно. Я действительно благодарен и администрации, и главе лично за столь высокую оценку моего трудового вклада в работу и предприятия нашего родного, и города. Награды за трудовые успехи получили врачи, инженеры, предприниматели. Среди тех, кого в этом году отметили знаком отличия, и наш коллега, журналист телеканала «Химки ТВ» Александр Сергеев. Я в профессии примерно 15 лет. Работа в «Химках» для меня, пожалуй, самая интересная. И за это время, что я здесь работаю, я могу с уверенностью сказать, что в «Химках» не только интересно жить, но и работать. Однако, несмотря на успехи, впереди еще более грандиозные планы и задачи. К их решению приступят уже в начале следующего года. Ремонт и реконструкция социально значимых объектов, благоустройство городской среды, реализация масштабных проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Мы продолжим настойчиво решать накопившиеся вопросы жилищно-коммунального хозяйства нашего города. Новый год – время чудес. И самый главный подарок от администрации городского округа ждал химчанку, чей сын несколько месяцев назад отправился в зону СВО. Со сцены женщине объявили о том, что он вернулся домой. Долгожданная встреча родных людей состоялась на глазах сотен гостей. Большое спасибо всем тем людям, которые помогли мне сегодня быть с вами, быть со своей семьей и встретиться этот Новый год в кругу близких. Но на этом сюрпризы не закончились. Далее всех гостей торжественного приема ждал концерт группы «А-студио». Андрей Липанов, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.